Всем привет! Рада видеть вас на канале бренда детской одежды Ника Стайл. С вами видеомейкер Виктория. Мы продолжаем знакомиться с новинками коллекции «Весна-24». И сегодня рассмотрим куртку для мальчиков «Путешествие». Поехали! Куртка «Путешествие» для мальчиков представлена в трех возрастных группах. С 98 по 122 для маленьких, от 128 до 146 для средней возрастной группы и от 152 до 170 для подростков. Данная модель выполнена из мембранной ткани с показателями водонепроницаемости и паропропускаемости 5000 на 5000. Ткань обработана экологически чистым протектором «Тефлон» для защиты от воды и грязи. Мембрана в сочетании с утеплителем нового поколения FiberLite в количестве 100 грамм сохраняет тепло во время прогулок и позволяет телу дышать. Рекомендованный температурный режим от минус 5 до плюс 10 градусов. Внутри куртки для младшей возрастной группы теплая мягкая флисовая подкладка. Для средней и старшей возрастной группы подкладка комбинированная. Флис плюс полиэстер. Обращаем ваше внимание на то, что для подростков и средней возрастной группы мы также предусмотрели внутреннюю бретель и секретный карман на молнии. Куртка с глубоким капюшоном анатомической формы с увеличенной средней частью в виде козырька и кулисой для регулировки объема. Центральная застежка на молнию с внутренней и внешней ветрозащитными планками. Модель дополнительно оснащена трикотажным манжетом с прорезью под палец. Объем рукавов можно отрегулировать при помощи липучек. Обращаем ваше внимание на то, что для разных возрастных групп карманы немного отличаются. Для средней и старшей возрастной группы мы сделали многофункциональные карманы. Здесь есть заход как на липучке, так и на молнии. А для младшей возрастной группы мы сделали глубокий стандартный карман на молнии. Внутри куртки фирменная жаккардовая нашивка, петелька-вешалка и нашивка-антипотеряшка, в которой можно указать имя ребенка и телефон. По низу куртки проходит кулиса для регулировки объема изделия. Для безопасности вашего ребенка в темное время суток мы предусмотрели множество световозвращающих элементов. На данной модели это нашивки, пуллеры, СВ-флажок, а также световозвращающие канты. Все наши изделия отшиваются в размер, поэтому советуем ориентироваться на полноту ребенка. Худеньким подойдет изделие в размер, для более плотного телосложения на размер больше. Рекомендуем подобрать футер, обувь и аксессуары в тон. Ну а на сегодня все. Спасибо, что досмотрели данный ролик до конца. Ставьте лайки, пишите в комментариях, какая расцветка вам понравилась больше. И не забывайте подписываться на наши соцсети. До скорого!